iPhone 2G. Замена слухового динамика со шлейфом. Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике «Разбор iPhone 2G». С помощью пинцета отсоединяем шлейф. Он зафиксирован в трех местах. На шлейфе находится датчик света и датчик отключения дисплея и сенсора. Пинцетом извлекаем динамик из корпуса. Снимается он непросто, поскольку накрепко приклеен к корпусу. Новый динамик вставляем пинцетом на место. Новый шлейф устанавливаем в обратном разбору порядке. Защелкиваем шлейф. Все, слуховой динамик со шлейфом заменен.